Вчера на планете отметили необычный праздник – День объятий. Специалисты считают, что они делают человека добрым и счастливым. А как думают обычные горожане? Наши юные корреспонденты провели опрос на улицах Днепропетровска. Ну, как вы думаете, что могут человеку давать объятия? Радостные эмоции какие-то положительные. Да. И облегчение, наверное. И тепло душевно. Позитивные эмоции могут. Мне кажется, самые приятные и вызывают только положительные эмоции. Позитивные эмоции, которые для человека, наверное, нужны. Радость и счастье, знаете. Прекрасное настроение. С вами пообщаться, это настроение поднимается. Счастье. Чувство теплоты и радости. В моем понимании объятие – это выражение чувств и души человека к другому человеку. Да, точно. Ты показываешь теплоту к другому человеку и вообще, да. В общем, объятие – это показывает то, что ты реально чувствуешь человека, то есть я согласен с Викой. Поэтому это отличный способ показать свои эмоции. Доброту проявляют свои чувства. Как бы любовь. Настроение поднимается. Радость какую-то там дарят. Все. Любовь, забота. Все. Объятия, проявление чувств. Это хорошо. А как часто вы обнимаетесь? Тяжелый вопрос. Не часто. Давайте Ой, обнимашки, это вообще очень круто. У нас есть целые фестивали, посвященные обнимашкам. Мы учимся обниматься, и вообще это целое мастерство. Вот, например, я уже хочу обнять вас. Давайте обнимемся. Да.